Всем привет, дорогие дружочки, профочечки, с вами как обычно Авастокок и добро пожаловать на мой канал. Так, как-то странно, немножко начало видео, мы находимся на сервере PixelBro и, собственно говоря, айпишник будет в описании и в закрепленном комментарии. Так, ладно, давайте я поставлю настройки. Так, поле зрения нормально, потому что немного странно оно как-то вот. И сегодня я решил повыживать... Нижний мир, ух ты, а что это за штука? Нет, я не буду сюда заходить. И сегодня решил повыживать на этом сервере, да, впервые за 100 лет я решил все-таки повыживать. И знаете что? Помните конкурс на привилегии? Так вот, я, короче, разыгрываю... Короче, конкурс продолжается, я в этом ролике тоже буду разыгрывать. А уже в следующем ролике про сервер я уже скажу уже победители, потому что прошлый ролик посмотрел мало людей, и мало людей, в принципе, написали, и вот, может этот ролик посмотрит больше людей, поэтому, собственно говоря, как-то так. Просто чем больше людей, тем больше шансов будет. Короче, просто хочу, чтобы больше людей было шансов выиграть. Они там 3 человека написали, 3 человека выиграло. Так, ладно, значит, собственно говоря, выживать. Так, ух ты, это что такое? Ух ты, нифига себе, какое здание. Офигеть, ребят, офигеть. Так, ладно. Повыживать я еще успею. Вот это здание, мне интересно посмотреть, что это такое, офигеть. Это кто-то выживание, что ли, построил, или как? Офигеть. Я ходил просто тут недалеко от спавна, вот эта штука, офигеть. Знаете, это на ЖД вокзал похоже, офигеть. Прикольно, блин, сделали. Так, рис, интересно, можно покататься, потому что я хочу покататься. О, вагонеточка стоит, какой-то чувак тут тоже стоит. Привет, чувак, премиум. Ты тоже на ЖД вокзал пришел? Так, ладно, давайте на вагонетке покатаемся. Мне просто хочется, пока этот чувак не угнал вагонетку. Так, ладно. Мне просто интересно покататься, реально. Посмотреть немного сервер. Блин, я вот сегодня лагает почему-то, не знаю, очень сильно. Я несколько раз пробовал зайти на сервер, и у меня несколько раз вылетало. Это я сейчас такой думаю... Ну что, последний раз захожу на сервер, если не получается, то все. Ролика не будет. Все, еще одна вагонетка. Ух ты, прикольно тут. О, еще одна вагонетка. Тут 3 вагонетки, офигеть. Тут сейчас пересесть первую, потому что так будет. А, ладно. Так просто думал, будет медленно, но ничего. Так, офигеть. Прикольно, в принципе. Построил кто-то, заморочился, построил уже до вокзал. И, в принципе, тут длинный рейс, офигеть. Это кто-то выживание строил, я не знаю. В принципе, можно привилегию актив. Ой, не актив, господи, креатив выиграть. И тогда можно в креативе это, что ли, построить. Не, ну, блин, я бы при креативе даже такой не построил бы. Мне просто бы, блин, это строить. Вы просто видели, какой там вокзал офигенный? Чувак тут летает. Иди, блин, нафиг отсюда, блин, летаешь тут. Привет, привет, чувак, привет. Видимо, увидел, что у меня... Ютуберка, увидел, что я ютубер, хочет видос попасть. Вот какой хитрюк. Чего тебе надо? Кто хочет мою вагонетку украсть? Ну ты говнюк. Ты давай. Вот говнюк. Не, ну, видели такого наглеца? Взял у меня вагонетку, угнал. Прям под носом, офигеть, ребят, офигеть. Я вообще хотел побуживать, а тут хоп. И увидел такой прикольный ЖД вокзал, офигеть. Так, я хочу, в принципе, до конца доехать. А потом начну выживать, правда, я не знаю, блин, с чего нажать. Ребят, я уже давно не выживал. А напишите, ребят, в комментариях, любите ли вы выживать в Майнкрафте. Потому что я, если честно, не очень люблю, потому что надо хлопать дерево, копать шахту. Если честно, я не особо это люблю. Я люблю просто в креативе всякие штучки у меня. Яйцо появилось, прикольно, можно его жарить и съесть. О, видимо, здесь конец сидеть. Короче, не знаю, короче, ладно, все, мне надоело. Я поехал отсюда, а, точнее, полетел отсюда. Потому что, честно, ну... Прикольную штуку построили, но ехать мне уже надо. Кстати, я хочу полететь. Вы видели, вот тут раздвояются рейсы и идут еще вот эту сторону. Мне прикольно, что тут. Это кидалово. Это что такое? Я не понял. Я думал, тут еще будут дальше продолжение, тут продолжения нету. Ну, ясно. Это грустно или весело? Это печально. Блин, я не понимаю, что у меня сервер сегодня так лагает. Мне никогда так не лагало. Офигеть, так. Ладно, надо начать на конце-то концов наше выживание. Хотя бы построить какой-нибудь домик, я не знаю, потому что, ну, да. Только надо немного ближе прилететь, поближе к спавну. О, вот какие-то домики есть. Вот тут как раз рейсы вот есть же до вокзала. Сейчас могу уехать домой. Вот тут есть лесок, все, вот тут где-то начну сейчас выживание свое.
Так, начну сейчас рубать дерево. Так, приземляемся, да. И начинаем рубать дерево. Да, конечно, это очень скучно рубать дерево. Сейчас, честно, не знаю, сейчас кто сейчас вообще любит выживать. Я уже давно не выживал, поэтому я решил просто вспомнить, как это вообще делается. Вот. Если что, ребят, не забывайте, у меня 1 июня будет кое-что. Вот, да, кто не знает, вот посмотрите ролик там на канале, что будет 1 июня, поэтому там будет 1 июня кое-что прикольненькое. Вот. Поэтому подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я 1 июня кое-что буду прикольненькое делать. Так. Ладно, давайте, значит, что? Надо скрафтить верстачок. Точнее, сначала сделать доски. Ой, офигеть, офигеть. Наших бьют, офигеть, сраный паучара. Пошел в жопу, пошел вон, пошел нафиг, блин, отсюда, тупой паук. Надо его яйцами покидать, так вот, а, все, не получилось, только яйцо беру, его мог бы его жарить и съесть. Офигеть, ребят, на меня паук напал, пошел нафиг, блин, тупой паучара, все, пойду в другое место выживания. Вот так вот просто взял, включил режим полета и улетел от него нафиг. Блин, тут еще паук, и там еще паук. О, ЖД-вокзал, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ЖД-вокзал. Блин, блин, я бы даже в креативе таком не построил. Вы посмотрите, насколько масштабное здание, как у нас, насколько оно здоровое, офигеть. Офигеть, блин. Картины всякие, кассы тут. Прикольно построили, сколько до всего кассы, интересно. Так, это получается, типа, восьмая касса, там, наверное, первая, да, в начале? Не, ну, блин, ну чувак прикольно построил, кто это построил, ему, он вообще молодец, прикольно сделал так. Блин, так, ладно, надо все-таки попробовать повыживать, попробовать повыживать чей-то домик, да. Наверное, все-таки я опять не повыживаю, я уже пробовал в прошлом ролике повыживать, но я, короче, блин. Ребят, выживать, если честно, так скучно. А, зачем я дерево рубаю, да, давайте начнем крафтить верстак. Крафтить верстак. Как крафтится верстак? Я уже забыл. По-моему, так, да. Крафтим верстак. Знаете, вот есть люди. В смысле? Отдай мой верстак. Офигеть, мой верстак кто-то сожрал. Охренеть. Я только что скрафтил верстак, и он куда-то пропал. Так. Так. Мне показалось, что у меня два верстака. Я же в форме, судя по Майнкрафту, лагает, капец. Так, ну ладно, скрафтили мы с вами верстак, и что дальше? Ну, давайте для начала скрафтим меч. Так, мне надо палки. И... так. Хватит лагать, вонючий Майнкрафт. Капец, да нет, меч не так крафтится. Да что ж ты будешь с этим делать? Что сегодня за день такой? Я не пойму, у меня... да... офигеть, блин, ребят. Так, ладно, что там, мне надо эту кирку скрафтить. Вот, чтобы в шахту сходить. Блин. 100 лет уже не выжал, я уже вообще все забыл. Да ты серьезно? Кирка, блин, куда-то вылетает, а что ж такое? Так, ладно, кирку меч мы скрафтили, так, что еще? Наверное, ребята, это самое скучное выживание в вашей жизни. Наверное, этот ролик уже давным-давно выключили, потому что я сижу и тупо нублю. Всем привет, ребят, с вами Нубик Майнкрафт и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду выживать, да, ребята, я буду выживать. О, не пивать себе, я уголь нашел. Ну, хоть что-то приятное за сегодняшний день. Я нашел уголь. Офигеть, ребята, я нашел уголь. И, по-моему, нашел много угля. Вы чуть-чуть это написали, я не понял. Там что-то там написали, вы подобрали там, или что-то вы нашли там, или что-то вы... короче, там что-то, короче, прикольно написали, я, правда... вы подобрали 4-4 баланс каких-то там пикселей. Короче, что-то какие-то пиксели мне дали. Режим онлайн, 6 игроков. Ребят, почему так мало игроков? Заходите на сервер, я же говорю, IP в описании, играйте, можете выживать. Вот, можете на том же вокзале покататься, да, прикольно, их кто-то построил. Видимо так, ну ладно, надо печку надо сделать, печку надо сделать. Зачем мне печка? Чтобы... я не знаю. А, железо, если вдруг я найду железо каким-то чудом, я чтоб смог его переплавить, да. А что мы сделаем из железа? А из железа мы, наверное, сами сделаем. Я не знаю, что сделать из железа. Честно, я уже не помню, как выживать, зачем выживать. Что это вообще такое выживание? Я врубил креатив, построил дом, построил хату на тата. Все сделал, все готово. Не, ну с углем мне точно повезло, блин. Вы посмотрите, сколько здесь угля. Здесь просто, не знаю, здесь какие-то это... угольная плантация, какая-то шахта. Прям, я не знаю. Ну тут
Ну тут баланс, а какие-то мне монетки, не знаю, еще эти пиксели дают, какие-то монетки, видимо, какие-то серверная валюта какая-то. Так, уголь. Не, ну он просто не перестает заканчиваться, офигеть, я сколько уже угля добыл. Так, 20 штучек. И, по-моему, а нет, я думал, что у меня уже уголь закончился, а нет. У меня еще... Точно, что, ляж, можно сделать еще факела, по-моему. Точно, уголь плюс палки, по-моему, факел будет. А ну, проверяем, вот, ребята, пишите в комментариях. Угадал, я угадал. Так, раз, два, три. Да, реально можно сделать факел. 4 факела даже. Да. Они у меня куда-то улетают. Вон еще факела. А ну, иди сюда. Вот, тушите факела. Так, ладно, давайте поставим себе вот сюда факел на входе. И, оказывается, мы еще... Так, надо нарубить нам все-таки булыжника, потому что у нас мало булыжника, чтобы сделать кирку надо из булыжника, чтобы рубить и быстрее было, точнее копать, точнее рубить, точнее ковыряться, короче, в земле было быстрее, вот, этой штукой. И плюс надо нам сделать печку, не знаю, зачем нам пока печка, нам еще пока рано ее делать, но, собственно говоря, нам надо печку сделать. И еще нам надо перекрафтить палок, потому что у нас мало палок, у нас вообще не закончились, да, ребята, они у нас закончились, палочки. Так, вот, мы крафтим еще палочки, они сейчас у нас не соберутся, они сейчас у нас куда-то улетят нафиг, блин. Так, и чё? Так, теперь как-то их раскладываем вот сюда. Теперь вот так вот, вот так вот так. И у нас получилась кирка. Да, что ж такое? Не, ребят, ну это капец, блин, я уже 100 лет не выживал, и у меня... Сегодня почему-то еще все лагает. Так, и давайте, знаете что, сам не знаю, просто у меня тут случайно получилось... Во, я знаю, что сделаю. Я сделаю каменный меч. Я с ним смогу бороться против пауков. Да. А деревянный мне так и не... Да ну не, нет, да тут серьезно, блин. А, ладно, ладно. Так, кирку эту можно перекрапить. Потом, не знаю, короче, спалить печки. Вот, вместо дерева использовать, собственно говоря. Так, или я не знаю, для чего еще можно использовать, в принципе, старую кирку. Деревянную. Причем, ну, либо просто ей когда-нибудь что-нибудь добывать. Ну, все, собственно говоря, все, шахта закончилась, уголь. Нифига себе, здесь из железа так быстро. Ребят, ну не, ну это, блин, конечно, все-таки везет, не везет, да. Я и железо нашел, и... Блин, как? Я сейчас еще возьму такую, опа, алмазики. Не, ну, в принципе, что? Я вот подобывал железо, скрафтил себе кирку. Еще надо, ребят, я не знаю, что еще нужно, что вообще еще делать в шахтах. Точнее, вообще в Майнкрафте, когда выживают. Я серьезно, ребят, я привык в ролике нам по Майнкрафту снимать, но никак не выживать. Я 100 лет, ребят, не выживал, офигеть. Я последний раз выживал, наверное, не знаю, блин. Да нет, в этом году, в принципе, наверное, в 2021 выживал, потому что, в принципе, у меня ролики на такую тему выходили. А, да, я студент хардкор снимал, точно, вспомнил. Мне там приходилось выживать. И реально так, а чё, ну, сейчас мы сделаем с вами печечку такую вот красивенькую. Так, переправим железка, сделаем железный меч. Можно себе сделать еще. А каменная броня есть? Ага. Сейчас проверим. Так. Нет, я просто не понимаю, что мне сегодня с Майнкрафтом происходит. Почему он меня так лагает? Почему меня так лагает Майнкрафт? Так, ладно, чё, мы ложим железо и ложим уголь. И да, все понеслась переплавка, я думаю, надо наоборот ложить. Так. Ну, в принципе, переплавка идет. Что еще надо делать? А броню можно с камня сделать? Я просто не помню. Так. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Нет, из камня почему-то броню сделать нельзя. Значит, только можно из железа. А из дерева можно броню? По-моему, из дерева тоже нельзя. Там, по-моему, можно из этого. Из кожи, из железа и... Из чего-то там еще можно сделать, я не помню, даже из досок тоже нельзя. О, снег начал таять. Прикольно, ну что еще, давайте с вами сделаем, ребят, давайте, наверное... О, уже утро начинается. В принципе, так, ладно. Все, кому там уже провыживали с вами времени. Мы с вами провыживали, наверное, минут уже 15, поэтому... Что я сделаю? Я, наверное, сделаю это там вот в шахте себе, сделаю пока временный домик. Вот. А потом, в следующем видео, если вам это видео понравится, хотя сомневаюсь, потому что, не знаю, честно, так скучно выживаю. Вон, то ли дело там нормальные люди выживают, что делаю я? Я ни хрена не делаю, я вспоминаю вообще, как это делается. О! По-моему, это просто идеально.
идеальный дом. Теперь осталось только вспомнить, точнее, узнать, как надо приватить территорию, какую надо писать команду, что надо для этого делать, и вот, чтобы была заприватенная территория. Я запривачу себе эту пещеру и буду здесь. Ребят, нет смысла даже это, ребят, приватить, честно. В смысле? То мне... Ну окей. Допустим, так и должно быть. Да, так и должно быть, точно. Короче, ладно, ребят, я не знаю, это, наверное, самое скучное выживание в моей жизни. Ну вот, вы не забывайте, в принципе, про розыгрыш привилегий. Точнее, не привилегий, а кейсов, да, я вот в прошлом видео говорил. Вот. Кто его не смотрел, посмотрите. Там я подробно все рассказывал, в принципе, почти весь видос этому посвятил. В этом видео я вам напоминаю, что разыгрываю кейсы. В следующем видео я вам уже, в принципе, я скажу победителей. И вот и победители смогут уже забрать свои кейсики, пойти забрать вот эти, собственно говоря, свои привилегии какие-нибудь там. Ух ты, я еще нашел прикольную шахту. Ух ты, нифига себе. Да ладно, здесь целая куча угля, и по-любому здесь, наверное, есть пауки и зомби, поэтому я туда пока не пойду. Ладно, ребят, если вам понравился этот ролик, то, собственно говоря, ставьте лайки, айпишник в описании, да, не забывайте про розыгрыш, да, пишите свои ники в комментарии, вот. Только правильно пишите, ребят, чтобы я не выдал кому-то ошибочно. Ну и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, с вами как обычно. Васёк Ок. Всем удачи и всем пока.